done. Остальные рекламируют косметику. Едальня одна, да? Арбуз. Хочешь арбуз? Ты любишь, да, есть, мы бьем. Не, ну я не такой, что я фондю не очень люблю. Не, а там не фондю, там торты. Не совсем то. Да, кстати, иногда я работаю в продаже. Какой-то крестный ход. Кривоносный. Сырные жареные палочки. Так прикольно, конечно, сейчас смотреть, наблюдать. Я потерялся на яблоки во фритюре. Вот так вот за разговорами украшает эту яичку. Решил купить клубнички себе покушать. Белым или с коричневым брать? Тело на что-то похоже. Попробуем корейскую клубничку. Сладенькая. Вкусно, да?
Вообще тема, да. Я тебя сейчас выберу. Мне очень понравились здесь фрукты, поэтому я хочу взять еще кумиски и ананас. Сайгуа. 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 Креветочки мои любимые. Нет, она сейчас будет его раздавить, она будет давить на стул, звездочку. А, звездочку, она еще сахар, да, сейчас положила? Да.
руками грязными пиво, по опыту дальше разбирать. На трех часах, да, сейчас? Там получается такая... Типа пастилы из сахара, да? Хрустка такое тесто, как оно сахарное называется. У них сахар, ну хочешь? Ну, понятно, что он дальше не кидал. Да нет, вроде чистый сахар. Сейчас она немножко остынет, она будет давить на себя. Ну это чистый сахар получится, да? Ну, карамельный такой, да, получается. Теперь что? Она туда ванили, наверное, да, кинула? Да. Ну это не соль, да, маленькая? Сахар, обычный сахар, да? Без муки. Грубо говоря, типа пирожков у этих петушков. Да, вот которые как. Типа петушков, но это же тесто готовится. У нас сахар, он получается такой, как стекло. Ну, я знаю, да. А здесь он какой-то воздушный. Причем сразу воздушный сахар. Прикольно, надо совать их туда. А, так она их раскрывает, да, потом? Да, она их подрезает, потом поливает специями таким маслом, жарит. Живот выбросил. А? Живот выбросил. Так, если я вот не знал, что так можно делать. Да, а потом она вот сыром за запекает. Excuse me, how much is this? 15,000. 15? Пятнадцать.